И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас хоррор, называется Остров Ужасов. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Или даже, наверное, правильно сказать, Адский Остров. Это хорошо, давай паркурить. Я третьего лица не знаю, смогу я запаркурить нормально? Сможешь, сможешь, давай. Я вообще-то первого. Оп. Блин. В итоге я тупанул. Сейчас ты опять упадешь здесь, смотри. А, не. Ого, так можно было? Легкий прыжок. Заправка. О, так, чувак, еще не дохлый. О, что-то светится. О, ключ нашел, Димас. Все, отлично, ключики есть. Пошли. У меня. Так. Лодки разбитые. Это ржавчина. Смотри, смотри, туман тут какой прикольный. Офигенная карта, красиво очень. Ого! Смотри, тут кто-то насрал на пол и размазал ногами. Да он полностью тут размазал, жопой своей вытирался тут. 4, 5. Тут пронумерованы двери, это, наверное, неспроста. 4, 5, да-да-да, все есть тут. Так, смотри-ка, бронька есть. Ой, что за... Да, там запись. О, тут девка стояла. Значит, да? Будут скримеры. Стримеры. Стример. Стример. Так, смотри, опа, здесь... У чувака ключей нет? Трупяшики. 1. О, 0. Дробовик. Так, сейчас будет где-то цифры, и нам будут по комнатам заходить, по-любому. Ключик. О, какая-то музычка рубится. Норм. Не, мне такая музыка не нужна. О, Дима, она открылась. Так, кубики. Ого-го-го, смотри. Прикольно сделано. Какие-то знаки появляются здесь. Они красные, блин. Магические знаки. Так, пошли во вторую. О! Так. Ну что, там любовная парочка, что ли? На. Смотри, кукла здесь лежит. Смотри. О. Смотри, пар делают тут. Так, а куда нам идти-то? Ну-ка, рассказывай, Димас. Во вторую пошли. О! Кто там, кто там? Девка бежит, прозрачная. Да-да-да, она здесь бегает, пугает нас. Она что, марафон тут пробегает или что? Ну, она тут работает на полставки. На полставки. Арбуз не хочешь, свежак? Очень интересно. Пошли, Димон. На. Смотри, как витрина. Опа, 7, 8. 8. Слышал, какие-то крики были. Броня. Так кто-то кричал на меня. Давай как громкость побольше сделаю. Аптечка. Так, о, нам вниз сюда, по-любому. А чё, мы еще не все посмотрели. А, Димон, залазь, вылазь, говно, дамажит. А здесь... Ты сдох. Тебя тэпну? Давай тебя тэпну, Димас. Давай. Так, ты готов? А что там дальше? Здесь какие-то развилки, не знаю. Давай налево пойдем. Ключ мы взяли. Значит, что-то должно открыться. 9, 9 мы не были. Зеркало. Вдвоем пытаемся зайти. О, зеркало, ребята, какие мы красавчики. Сзади кто-то. Я был. Видел, я видел тоже. Офигеть. Лучше, да. Вот в хоррорах зеркало. О, Димон, пол туловища, пол человека лежит там. А, значит, вторая где-то есть еще частичка. Вот, тут жизни. Два зеркала разобьем, может там за ним что-то есть? Она как-то бронированная. Ты еще тогда пройдешь. Бывает, за ящиками что-то делает, да? А тут как-то все бронированное, Димас. Так, пошли, это дальше. Замах, он где-то здесь спрятался. Давай. 11. А! Слышишь? Да, какие-то мурашки ползают. О, патроны. Чего себе? Патроны пусть что, будут. Кухонка? Смотри, кухонка. Холодильник. А, о, голову поджарили. Жареная голова заказывал. Димас, кушать буду, да. Ой, блин, я не могу. Давай доски поломаем. Ой, ой, там чувак ползает. Не, нельзя поломать. Я или можно? Отсюда. А можно. Ну конечно. Я, Димас, все могу. Только у тебя дробаша, а у меня какая-то пукалка вонючая. Пукалка. Спускайся.
Не пугал, как куколка. Короче, давай вернемся в другую сторону. Просто здесь я вижу проход есть, видишь? Кстати, ого, записано. Так, 347 ID. Запомнил? Да нет, пойдем. Это пригодится по-любому. Короче, ребята, кто смотрел, кстати, фильм «Первому игроку приготовиться»? Мне, например, очень понравился. Крутой, крутой фильм. Правильно идем? Да, да, наверное. Давай сюда. А, нет, тут нельзя. Закрыто. Замок! Во-во-во, заходи. О, тут следы из кишок. Тут наследил, тут нагрязнил. Башмагичи. Кто-то лег спать, башмаки на полочку. Ах ты! Ой, Димон, по спине тебя вольнул. Да ты металлический красивый такой. Мочи, мочи этого хэдкрабушки. А чё прозрачный? О. Чё-то взяли. Коллекция с этих голов. Яйцо дракона, что ли, или чё? Яйцо, да, дракон. О, опять мурашки какие-то. Мужики, выходите. Мы знаем, вы здесь. Выходите, сукуны, мы сейчас будем вас мочить с пистолета. Так обосрался от этих зомбаков. А я слышу запах, это ты, всё, понял, понял. Монтировка. Открывай калитку. Так. Чё там? А, тут жгёт меня чем-то как-то. Там газ. Да блин, вы меня уже бесите. Скримака поймал, Дим. О, ещё скелетушку нашёл. Так я второй раз уже ловлю тебя. И чё, тут зря мы пришли за скелет? А, не-не-не-не-не. Прыгаем. Нам сюда, налево, Дима, пошел. Налево, налево, да, иду к тебе. Да блин, о, ай, только, о, ай. Тут что, купаться надо? Да, какое-то красное оно. Пятно какое-то, обоссался кто-то, пойдем. Чувак тут отдыхает. Он висит. Пойдем, пойдем за это. В заводах не положено месте. О, ах ты, блин, Димон, теперь я поймал скримака. Я рад, Дима, что ты поймал его. А ты какой человек добрый, спасибо тебе. О, а, мы в середине вышли. Так, Димас, я открываю, ты, если что, страхуй. Не, лучше не страхуй. Так, пойдем. Чё-то не ров... А. Так, нам что, время дается, чтобы мы пробежали или что? Да, я прошел. А я что, должен пролететь, что ли? Ай, газ дамажит. Я тоже возьму дробовик, видимо, я он круче. Нажал. О, слышь, кто-то орёт там просто так. Нет, я только за что-то должен. Тут нажать. Холодная вода, жесть. Ай. Пойдем. Что за бутылки тут падают? Так, вам идти тут. Ах ты, блин, зомби! Димон, их тут много. Я еще в воде быстрых зомби не мочил. Так плавает красиво. Они какие-то, кстати, странные. Вода они чистая, никак... здесь можно пить. Так, еще нажал на кнопочку. Генератор, не? Она случайно дамажить не будет электричество? Ой, я вот этого и не знаю. Давай сюда, нам сюда. Смотри, как тут забаррикадировали, как будто там что-то очень зловещее. А ты же там убил кого-то? Нет. А, тут доски плавают. Да, да, да. Ай, а, больно, газ, да что ж такое дамажит? Жарит меня все. О, Димон! Видел, в притирку пришел. Ай, это даже Димас без скримеров тут обострусь. Че, блин, такое происходит здесь? Сзади тебя пришел так. Фух, тут рычаг нашел еще один. Да сколько этих рычагов здесь? Аптечку, дробовики, всякое такое барахло. Так, смотри. Я уже заблудился, куда идти. Ой, я нажал рычаг. А теперь что делать нам? Так, мы отсюда пришли. А, не. Надо сваливать из этого тупого места. Давай голову подставлю. О, камеры. Смотри, я вижу все камеры, Димас. О, смотри, смотри, чувак какой-то. Джимен был. Там был Джимен. Так это что у нас, пиццерия, что ли? 5 ночей в канализации или что? Да. Правильно, Димас, правильно. Может нам сюда? Канализация. Давай, все, валим отсюда. Мне уже здесь не нравится.
Здесь очень страшно, неуютно, вообще ужас. Да-да-да, все правильно. О, туман. Скример, Диман, смотри, я первый скример поймаю. Не-не, не поймаю. Да-да-да, тут у тебя будет скример, смотри. Ключ. О, здесь, походу, будет битва с боссом, я чувствую. Да? Битва. О, Димон, ты угадал! А ну иди сюда. А что у него это, получается, над головой звезда горит или что? Да, звезда во лбу, как говорится. Чувак, что, смотри, супер удар. Ну, сейчас меня опять убьешь. А как его убивать? Что-то его, может, по звезде ему надо стрелять? Так я так и говорил, может, по звезде. У меня 43 хп. У меня тоже мало хп. Да-да-да, по звезде, по звезде. По звездочке. Я слышу звук, да, такое попадание. Мы его сейчас убьем. А я по зомби стрелял. Куда ты там ушел-то, а? Ты кто сначала по зомби стрелял и поэтому тебя убил? Че, на меня идет? Иди. Па-па! Убил! Я не боюсь. А, я тут появляюсь сразу. Прикольно. Убил его, Диман. Убили? Еще один... Хотел сказать, Диман, еще один идет. А, можно было стоп-саунд прописать еще. Ну да. А мы тупые. Прошли! Прошли! Ребята! Континиум, да, ребята, есть еще вторая часть. Если вы поставите много лайков, мы сделаем вторую часть. И, друзья, ну что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!